Делегация Государственного таможенного комитета ПМР посетила Республику Абхазия и приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю 20-летия таможенной службы. Взаимодействие этих ведомств насчитывает без малого 10 лет. В 2002 году делегации таможенников закавказских республик приняли участие в праздновании 10-летия таможенных органов ПМР. С тех пор между ведомствами осуществляется конструктивное сотрудничество. Согласно регламенту торжеств, состоявшихся в городе Сухум, личный состав ГТК Республики Абхазия, представители Федеральной таможенной службы России, коллеги из Республики Южная Осетия, а также делегация ГТК ПМР приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу славы. В ходе визита руководитель Приднестровской делегации встретился с председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Саидом Таркилом и его первым заместителем Саустом Шамба. Также были организованы рабочие встречи по обмену опытом между службами двух республик по профильным направлениям деятельности. Несмотря на географическую удаленность республик, сотрудничество между таможенными комитетами имеет широкие перспективы. Оба ведомства объединяют во многом сходные условия функционирования. Это сравнительно небольшие таможенные территории, численность личного состава и особенности осуществления таможенных процедур. Сближающим фактором является и то, что центром обучения приднестровских и абхазских таможенников стала в последние годы Российская таможенная академия. Абхазские коллеги неоднократно отмечали заинтересованность в сотрудничестве с таможенными органами Приднестровья, особенно в части изучения нашего опыта по внедрению современных информационных технологий. Также наши коллеги выразили необходимость изучения разработанных нами таможенных процедур, таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, которые отвечают условиям деятельности абхазской таможни и могут быть внедрены ими в кратчайшие сроки. Между службами ПМР и Абхазии были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и взаимопомощи. В рамках визита состоялся диалог и с главой Федеральной таможенной службы России Андреем Белениновым. Речь шла о дальнейшем развитии взаимодействия в таможенной сфере.